В этом видео я хочу вам показать принцип вязания вот такого симпатичного и стильного ажурного узора. Такой узор хорошо подойдет при вязании летних ажурных плечевых изделий, то есть кофточек, футболок, маек, топов. Раппорт узора состоит из 12 петель и 20 рядов. При поворотном вязании количество набранных петель должно быть кратным 12 плюс 13 петель симметрии плюс 2 кромочные петли. Все изнаночные четные ряды в этом узоре нужно вязать по рисунку, то есть так, как смотрят петли, а все накиды нужно провязывать изнаночными петлями. Вот так выглядит лицевая сторона узора. А вот так смотрится изнаночная сторона. Сейчас я вам хочу показать схему этого узора с условными обозначениями. В этой схеме приведены только лицевые нечетные ряды, а все четные изнаночные ряды нужно вязать по рисунку, то есть так, как смотрят петли. Раппорт узора вот, состоит из 12 петель и 20 рядов в высоту. То есть вот раппорт узора, я его обвела вот такой красной рамочкой. Также в этом узоре есть петли симметрии. То есть перед раппортом, вот петли симметрии, и после раппорта. Эта схема приведена для поворотного вязания. Поэтому при поворотном вязании количество набранных петель должно быть кратным 12 плюс 13 петель симметрии плюс 2 кромочные петли. Теперь давайте посмотрим условные обозначения. Значит, вот кромочная петля, это лицевая петля, это накид, вот это, это двойное центральное убавление, вот этот значок, это провязать 2 петли вместе лицевой с наклоном влево а вот этот значок это две петли вместе лицевой с наклоном вправо теперь мы можем приступать к вязанию этого узора я на спице классическим способом набрала 27 петель то есть 12 петель это раппорт узора плюс 13 петель это петли симметрии плюс 2 кромочные петли и буду вязать один раппорт узора итак начинаем вязать с первого ряда кромочную петлю я снимаю не провязанной и дальше я вяжу петли симметрии перед раппортом это 3 лицевые. Потом я делаю накид. Затем 2 лицевые. Все, петли симметрия связала, теперь начинаю вязать раппорт. Вот у меня три петли, и мне нужно выполнить двойное центральное убавление. Для этого вторую петельку мне нужно поставить на первое место. Что для этого я делаю? Я беру вот эти две петельки, вот так переснимаю на правую спицу, и вот у меня вторая петля стала на первое место. Потом я провязываю одну лицевую и набрасываю вот эти две петельки на провязанную лицевую петлю. Потом я вяжу 2 лицевые. Затем накид. Потом 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Затем накид. Потом 2 лицевые. Все, раппорт узора я связала. И дальше вяжу петли симметрии после раппорта. Вот у меня 3 петельки и мне нужно выполнить двойное центральное убавление. Для этого вот так эти петельки я переснимаю, то есть я вторую петлю поставила на первое место. Следующая лицевая и набрасываю вот эти две петельки я на провязанную лицевую петлю. Потом две лицевые накид, потом три лицевые. Одна, вторая, третья. Все петли симметрии я связала и теперь вяжу последнюю кромочную петлю. Дальше нужно вязать второй ряд. Это изнаночный четный ряд. И все четные ряды нужно вязать по рисунку, то есть так, как смотрят петли. Дальше в этом видео я буду показывать только, как вязать лицевые нечетные ряды. Теперь вяжем третий ряд по схеме. Кромочную петлю я снимаю, вяжу петли симметрии перед рапортом. Это вот у меня 2 лицевые, накид, потом снова 2 лицевые. Следующие 2 петли я провязываю вместе одной лицевой с наклоном влево, то есть за задние стеночки. Вот так. Петли симметрии я связала. Дальше начинаю вязать раппорт. 1 лицевая. Следующие 2 петли провязать нужно одной лицевой с наклоном вправо. Но так как я вяжу бабушкиным способом, мне стеночки этих петель нужно развернуть. Я вот так их переснимаю, потом возвращаю на левую спицу, то есть я развернула стеночки петель и провязываю их одной лицевой с наклоном вправо. Потом я вяжу 2 лицевые, затем накид, потом 3 лицевые, накид, потом 2 лицевые. Следующие 2 петли провязываем вместе одной лицевой с наклоном влево. Все, раппорт я закончила. Дальше вяжу петли симметрии. Одна лицевая. Следующие две петельки разворачиваю. И провязываю их вместе одной лицевой с наклоном вправо. Потом две лицевые. Накид. Две лицевые. Последняя кромочная изнаночная. Пятый ряд по схеме. Кромочную я снимаю и начинаю вязать петли симметрии перед рапортом. Одна лицевая, накид, потом две лицевые. Следующие две петли провязываю вместе одной лицевой с наклоном влево, потом лицевая. Все, дальше вяжу раппорт узора. Две лицевые, следующие две петельки, вот я их разворачиваю, потому что я их буду провязывать лицевой с наклоном вправо. Потом 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, потом 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, потом 1 лицевая. Все, раппорт закончила, вяжу петли симметрии. 2 лицевые, следующие 2 петельки я разворачиваю, вот и провязываю их вместе одной лицевой с наклоном вправо. Потом 2 лицевые, накид лицевая. Последняя это кромочная и изнаночная. Теперь вяжем седьмой ряд по схеме. Кромку я снимаю, вяжу петли симметрии перед рапортом. 2 лицевые, накид 2 лицевые. Следующие 2 петельки я провязываю вместе лицевой с наклоном влево. И начинаю вязать раппорт узора. Одна лицевая, потом вот эти две петельки я разворачиваю, вот и провязываю их вместе одной лицевой с наклоном вправо. Потом я вяжу две лицевые, накид, три лицевые, накид, две лицевые. Следующие две петли провязываю вместе одной лицевой с наклоном влево за задние стеночки. Все раппорт я связала, вяжу петли симметрии. Одна лицевая, затем вот эти две петельки я их разворачиваю и провязываю вместе одной лицевой только с наклоном вправо. Потом у меня две лицевые, накид, две лицевые. Последняя это кромочная изнаночная. Девятый ряд по схеме. Кромку я снимаю и дальше вяжу петли симметрии перед рапортом. Три лицевые, накид, две лицевые. Теперь я вяжу раппорт узора. Вот у меня три петли. Мне нужно связать двойное центральное убавление. Для этого первые две петельки я разворачиваю стеночки петель вот таким способом. А потом мне нужно вторую петлю поставить на первое место. Для этого я переснимаю эти две петли вот так на правую спицу. И вот у меня вторая петелька становится на первое место. Потом я провязываю одну лицевую и набрасываю вот эти две петли на провязанную лицевую петлю. Затем я вяжу 2 лицевые накид. Потом 5 лицевых. 1, 2, 3 четвертая, пятая, накид, две лицевые. Все, раппорт я связала. Дальше вяжу петли симметрии после раппорта. Вот я должна провязать из этих трех петель двойное центральное убавление. Вот эти две петельки, вот так я их разворачиваю. Потом эти же две петли я переснимаю вот на правую спицу. Вторая петля у меня стала на первое место. Потом у меня одна лицевая, и набрасываю эти две петли на провязанную лицевую петлю. Дальше 2 лицевые, накид 3 лицевые. Все, петли симметрии я закончила. После рапорта последняя это кромочная, изнаночная. 11 ряд по схеме. Кромочную петлю я снимаю, дальше вяжу петли симметрии перед рапортом. Вот эти две петельки я их разворачиваю и я их провязываю вместе одной лицевой с наклоном вправо. Потом я вяжу 2 лицевые, накид, 2 лицевые. Дальше начинаю вязать раппорт узора. 3 лицевые, накид, 2 лицевые. Теперь вот 3 петли, и я должна провязать двойное центральное убавление. Вот эти две петельки, вот так я их разворачиваю. Потом я их переснимаю на правую спицу. У меня вторая петля стала на первое место. Потом провязываю одну лицевую и набрасываю две петли на провязанную лицевую петлю. Потом две лицевые, накид, две лицевые. Все, раппорт я связала. Дальше вяжу петли симметрии после раппорта. Три лицевые, Накид, 2 лицевые, следующие 2 петли провязываю вместе лицевой за задние стеночки. Последняя это кромочная, изнаночная. Теперь вяжем 13 ряд по схеме. Кромку я снимаю, начинаю вязать петли симметрии перед рапортом. Одна лицевая, потом вот эти 2 петельки я разворачиваю, вот так. И провязываю их вместе одной лицевой, только с наклоном вправо потом 2 лицевые, накид, 1 лицевая. Все, петли симметрии закончила, дальше вяжу раппорт. Я вяжу 2 лицевые, накид, потом 2 лицевые, следующие 2 петли провязываю вместе лицевой с наклоном влево, потом лицевая. Вот эти 2 петли я их разворачиваю и провязываю их вместе одной лицевой, только с наклоном вправо, за передние правые стеночки. Потом 2 лицевые, накид лицевая. Раппорт я связала и вяжу петли симметрии после раппорта. 2 лицевые, накид, 2 лицевые, потом 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая. Последняя это кромочная изнаночная. 15 ряд по схеме кромочную петлю я снимаю вяжу петли симметрии я провязываю 2 лицевые потом мне нужно провязать вот эти две петельки вместе одной лицевой с наклоном вправо я их разворачиваю вот так то есть повернула стеночки петель и провязываю их вместе одной лицевой потом я вяжу 2 лицевые накид все петли симметрии закончила вяжу раппорт Лицевая накид, потом 2 лицевые, затем 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, потом 3 лицевые, потом 2 петельки вместе лицевой с наклоном вправо, потом 2 лицевые накид. Все, раппорт я закончила. Дальше вяжу петли симметрии после раппорта. Лицевая, накид, 2 лицевые. Потом я провязываю 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Потом 2 лицевые. Последняя это кромочная, изнаночная. 17 ряд по схеме. Кромочную петлю я снимаю и дальше вяжу петли симметрии перед раппортом. 1 лицевая, Потом вот эти две петельки я их разворачиваю и провязываю эти петли вместе одной лицевой с наклоном вправо. Потом я вяжу 2 лицевые, накид лицевая. Дальше начинаю вязать раппорт узора. 2 лицевые, накид, 2 лицевые. Следующие 2 петли провязываю вместе лицевой с наклоном влево. 1 лицевая, вот эти две петельки я их разворачиваю, потому что я их провязываю вместе лицевой с наклоном вправо. Потом 2 лицевые, накид, лицевая. Все, раппорт я закончила, дальше вяжу петли симметрии после раппорта. 2 лицевые, накид, 2 лицевые. Вот эти две петельки провязываю вместе одной лицевой с наклоном влево. Потом 1 лицевая, последняя это кромочная и изнаночная, теперь вяжем 19 ряд по схеме кромку я снимаю и дальше вяжу петли симметрии перед рапортом. Вот эти две петельки, я их разворачиваю и провязываю вместе 1 лицевой с наклоном вправо. Потом я вяжу 2 лицевые накид, 2 лицевые, дальше я вяжу сам раппорт узора 3 лицевые накид потом 2 лицевые вот у меня 3 петли и нужно вывязать двойное центральное убавление вот эти две петельки я их разворачиваю а потом вот вторую петлю ставлю на первое место снова переснимаю две петли вот на правую спицу и поставила вторую петельку на первое место потом у меня одна лицевая и набрасываю 2 петли на провязанную лицевую петлю. Потом 2 лицевые, накид, 2 лицевые. Все, раппорт я закончила. Дальше я вяжу петли симметрии после раппорта. 3 лицевые, накид, 2 лицевые. Потом провязываю 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. То есть за задние стеночки все петли симметрии закончила последняя это кромочная изнаночная и так я провязала 19 рядов и сейчас нужно провязать последний четный 20 ряд его мы вяжем по рисунку то есть так как смотрят петли вот я провязала 20 рядов в высоту это и есть раппорт узора. И теперь узор нужно повторять с первого ряда. И посмотрите, какой интересный получается такой ажурный, симпатичный, стильный узор. На этом образце я повторила раппорт узора один раз в ширину и один раз в высоту. И давайте посмотрим на другой образец. Вот этот образец. И на этом образце я повторила раппорт узора два раза в ширину и два раза в высоту и посмотрите какая получается красота очень нежный ажурный узор добавляйте такой узор в свои копилочки и всем большое спасибо за внимание пока до новых встреч